продолжаем серию видео о моем рационе питания. Сейчас варганим что-нибудь на обед вкусненькое, мощное. Это будет паста с говядиной, с помидорами, с луком, с чесноком. Будет очень вкусно. Я очень часто ем пасты. Я очень люблю пасты и с грибами, и с морепродуктами. Поэтому именно паста сегодня у нас на обед. Так что посмотрите, как я ее обычно готовлю. И поскольку я очень голодный, давайте приступим поскорее. Сразу надо поставить воду на макароны. Теперь необходимо нарезать лук. Будем резать целую луковицу, потому что у нас двойная порция. То есть у нас будет 300 грамм говядины, 200 грамм макарон, помидоры по вкусу, лук по вкусу. Далее берем зубчик чеснока и также очень мелко нарезаем. Итак, на раскаленную сковороду сразу лук с чесноком. Ну что, лучок у нас уже поджарился до золотистой корочки. Теперь время говяжьего фарша. 300 грамм на двоих. Закидываем и разминаем его. Итак, у вас должна получиться вот такая смесь, после чего ее также солим, перчим. И пока у нас томится наш фарш, нарезаем помидоры. И все туда, в топку. Пускай все жарится вместе. Размешаем еще дополнительно. Вот такое вот чудо у нас должно получиться. Макароны уже аль денте. И их уже можно закидывать. Еще раз перемешаем. И на маленьком огне буквально 5 минут надо дать им потомиться. Получилось у нас вот такое блюдо, чисто на массу поработать. Так что обязательно пробуйте вместе со мной. А мне приятного аппетита, а вы оставайтесь со мной, потому что еще будет небольшой перекус после этого приема пищи. Погнали! A few moments later. Ага, с авокадо. Обычно люди любят это кушать на завтрак, но не я. Я люблю кушать авокадо всегда. Сердцевину всю вырезаем вилочкой, разминаем. И этой же вилочкой свободненько намазываем на хлебушек. К ним добавим немного форели. Это мой дегустатор. Облепиха очень богата на витамин С. Очень полезно пить, особенно сейчас, в эту осеннюю пару года. И что я хотел добавить? Я вам показываю просто мой рацион питания, как я питаюсь каждый день. И как я говорил раньше, питаюсь я каждый день по-разному, это просто, что я чаще всего ем. Я очень люблю авокадо, люблю рыбу, и я ее могу есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. То есть это не панацея, я не рекомендую вам только так питаться. Питайтесь так, как привыкли вы, просто старайтесь сбалансировать ваше питание таким образом, чтобы вы получали необходимое количество белка, жира, углеводов и обязательно витаминов. Собственно, чем я сейчас и займусь. Приятного мне аппетита, а вам до скорой встречи. Пока.